23 марта 2017 года заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гастаров посетил экотехнопарк Skyway. В интервью, которое Руслан Усманович дал службе новостей телеканала «Мир», он рассказал о том, что сотрудничество началось не так давно, когда ему были показаны буклеты с трехмерными визуализациями транспортных решений и струнного транспорта Юницкого. После этого вице-губернатор ознакомился с промышленными образцами подвижного состава Skyway на выставке «Инотранс-2016» в Берлине, а в этот день смог оценить достижения Skyway в действии. Во время своего визита чиновник ознакомился с экотехнопарком, где на демонстрационном участке легкой трассы проводились ходовые испытания юнибайка, а также посетил опытно-экспериментальное производство и конструкторские бюро закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Во время состоявшихся деловых переговоров руководитель отдела адресных проектов Кирилл Бадулин провел презентацию возможностей конкретного применения технологии Skyway на территории Челябинской области. Для рассмотрения было предложено два проекта. Как выяснилось по итогам обсуждения, параметры трассы и их экономическая привлекательность оказались существенно выше альтернативных решений, рассматриваемых в настоящее время. Кроме того, рассмотрены возможные перспективы применения Skyway для проектов городских, прогулочных и грузовых трасс в Челябинской области. Вице-губернатор отметил удивительную динамику в продвижении проекта, выразив пожелание дальнейшего развития струнного транспорта Юницкого, поскольку его потенциал как в плане инженерных решений, так и в универсальности применения способны в корне изменить окружающий мир. В завершение нашего репортажа фрагмент интервью Руслана Усмановича Гаттарова телеканалу «Мир», готовящему передачу о технологии Skyway, которую вы увидите целиком в одном из наших ближайших выпусков. Мне кажется, что компания представляет продукт, который потенциально может изменить транспортную систему планеты Земля.